Углубление сотрудничества в туристской сфере. Так организаторы обозначили цель российско-греческого форума. Нынешний год – перекрестный год туризма двух стран. Совместно уже были реализованы десятки проектов в сфере культурно-просветительского, делового, паломнического и гастрономического туризма. Итог. За последние годы поток туристов из Греции в Россию увеличился на 8% и на 23% россиян в эту европейскую страну. Туризм – важнейшая отрасль для укрепления наших отношений. Очень важно, что наши страны не являются конкурентами в туристической отрасли, поэтому мы можем и обмениваться опытом, и сотрудничать. В Краснодарском крае нынешний курортный сезон открыли фестивалем «Античное наследие России». В 5 городах Кубани в формате ярмарок и концертов была представлена культура Греции. Кстати, представители Министерства туризма Европейского государства отметили, что Сочи и край в целом может быть достаточно интересен для греческих туристов. Я рада участвовать в форуме и снова вернуться в Сочи, где я была во время Олимпиады. Хочу отметить, что у наших стран очень тесные связи в области истории и культуры, и именно туризм поможет еще больше укрепить наши двусторонние отношения. Помимо культурно-познавательного туризма, Сочинский государственный университет планирует развивать с коллегами и научно-образовательный. Мы начали обсуждать вопросы двойных дипломов между Россией и Грецией, образовательных дипломов, обмен студентами, программы совместной практики, стажировок, культурно-познавательный туризм. И мы считаем, что для специалистов, которые в будущем будут работать в сфере туризма, это очень важно, это обмен контактами, это получение уже сейчас молодых партнеров Греции. Российско-греческий форум признан обобщить и проанализировать проблемы и достижения в области туризма двух государств. Одна из задач, отметили в ходе заседаний и дискуссий, это повысить посещаемость обеих стран в разные сезоны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.